Ага, как горше этого Есенина после. Прикол был, когда на лидерке стоял, помню, какая-то, короче, жалоба шуточная, типа на вроде Осборна или Фарка, я не знаю. Но, короче, прикол в том, что в нем там видос был внутри, типа какой-то тупой монтажик. Я когда на канал автора зашел, то на нем было много видео от лица Фарка. То есть это, скорее всего, Фарк троллил Осборна, я не знаю. Может, просто кто-то взял и решил, типа, слить, что ли, с видоса. Не-не-не. Именно там вот видосы были такие, типа, ну там кто-то что-то, типа, вот именно от лица Фарка, как он в чат пишет, да? И видно, то есть. Ну вот представь, вот ты вот снимаешь, да? Получается, экран, ника твоего не видно, ты в чат что-то пишешь, у тебя в чате отображается твое имя, Да, типа я двоеточие, понял. ну ты понял. Вот там такое было. Уже четверку в рекон, боже. Боже. Чё это внутри сливает так? Дебилы. Кевин Бонас, АК ФБР, я его уебал дубинкой нахуй, потому что он у меня чай просил, блядь. Отвези его, кору... Хотя... Не-не-не, Не-не. я вызвал ФБР, и пусть они...